на крыше станционной постройки. Это, наверное, бывший зал ожидания, замурованный уже. Платформа Калачевский. Выросла береза. Видите, с левой стороны. Когда-нибудь, я надеюсь, здесь нарисуют портрет Калачевского, композитора украинского. Он прославился тем, во-первых, он написал украинскую сонату. Подождите, симфонию, украинскую симфонию. А чем прославился он? Почему станцию так назвали? Потому что тут стоп-кран срывал и выходил из поезда, чтобы не ехать до Кременчуга. И тут его ждала бричка подвода. Подвозила его до его маетка. А еще он бомжей любил собирать, алкоголиков. Водил их в баню и записывал их рассказы пьяные. Такая вот станция Калачевский около Кременчуга.